Мой роман называется «Стабат Матер». «Стабат Матер» — это название старинного религиозного песнопения, секвенции. В ней говорится о страданиях Богородицы, стоящей у подножия креста, на котором распят ее сын. Эти страдания трудно, конечно, даже представить, тем более трудно разделить их, потому что совершается величайшая несправедливость, совершается, может быть, величайшее злодеяние в истории человечества. Но в тот момент, когда Богородица страдает у креста, еще неизвестно, что Христос воскреснет, и с Его воскресением очень многое изменится в мире. И в мир вольется свет, который спасал, спасает и, дай Бог, будет спасать нас всех.